video. The Brigmars were an ancient family, bankrupted a generation ago. Since then, the manor has housed two street gangs, a smuggling ring, innumerable rats, and the Brigmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delilah had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something. A ritual. But what kind? The outsider knows. Знает. I cannot abide a mystery. Что, я жаль, не могу читать говно. Зачем я что-то купил? Для вас руну, ману. И сделать проход в игре, что будет. Окей, давай. Бывший дворец выносит вещи за меня. Окей. Это вы купили одну из ведьм, чтобы она встретилась с вами и поделилась информацией. Да, я тоже помню. Запас болтов. Вау, спасибо. Ну и все. Ты мне, а я тебе. I scouted, sir. They've locked the front, and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing. But I spotted several statues of the woman Delilah. Они следят за мной и будут за тебя. I don't know what it means. Может, but I thought it was worth mentioning. It means чего? Trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Ты молодец за то, что не сделала ни хрена. О, да. Да, поможет, что напою. Крыши. Ну нормально, сохранил, спасибо. Чувствую, за так и найти рукогейм дизайнер. А, точно, их же надо... Черепа разбивать, сука. What? I do nothing to you. Да я не знаю, сам где я, понимаю, что проблема тут такая вот. Называется нахер. Помнили. Приказ часовым, да вот покинул сказский квартал на корабле Лизи Стрейт и будет здесь через несколько часов. Закройте проход через гробницу и забыли запрет особняк и будешь ждать приказов на заднем дворе. Strange doings, sir. I killed a hound in the yard, and it got straight back. Ты дурак, череп надо уничтожать. I had to crush its skull to be sure. Молодец.
черти, тварь. Меня преследуют, Реги, пусть урна остается здесь, мы вернемся на лодке и заберем ее. Но универсальный ключ я заберу, и поскольку тебя нигде не должны видеть, мне придется подняться по скамам в Дабату и типа бездорожье. Попробуешь меня обмануть, эти дырки в череп продел. Контрабанде. Привет, ВДБ-ет. Лишь в стене проверить тоже надо бы. Так, что я делаю? Что мне такое? Я бы еще в доме, блядь, к этим колесикам пользовался. Идиот. Так, а у меня уже не хватает? Не хватает. Ты стопла тварина. Ну, что я делаю? Don't think I'm on your side, because I'm not. If you raise a hand to any of my sisters but Delilah, you'll answer to me. Understood. What have you got? When her ritual's done, Emily Caldwin's mind will be gone, and Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt. There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. Ты очень помогаешь. Ты знаешь? Я не знаю, чем мне еще деньги собирать. Идите в жопу, Би.
Yay! The show was still. I thought the flooded district was run down. And who might this be? Никто. Просто тут тебя может убить хорошо. Блин, я не думаю, что. Куда мне вообще идти-то? А, обыскать. Понятно. Обожаешь, за что они телепортируются? Пойми, где они. Нет, боже. Не помогаешь, значит, не мои. Не моя, значит. Размышления долива. Вчера я допоздна работал в студии и заканчивал портрет Эмили. Когда Даут ее похитил, я испугал, что он проведал о моем замысле. Но, видимо, я его переоценил. Он передал ее заговорщикам, какой бы Ван Хьюн. Не, Эмили взойдет на трон, это я посмотрю на мир ее. Окей. Очень нужны твои глаза. Они даже не синие. Ту. Ну, понял. Оп. Привет. Привет. Привет, пока. Это уже было. Что это такое? Что за... Я не понял. Записи дали, когда я вчера заканчивал картину своей судьи в Западном Крыле, пришел Брунгильде, записил, что она и знает, что девочку позволили себя схватить и отвезти для допроса в фирму Колдридж, но кажется, Даут ничего не знает. What the... Сейчас тебе попкнулся. Что-то нечестно... Перепутал немножко. Помнишь, надо будет бежать. Понятно. Лапла
Сейчас мне надо найти ключик. Или можно как-то так. Да почему ты не поднимаешься, объясни мне. Вот, еще раз. Спасибо. Ой, идите уже. Ты тоже иди в жопу. Ищи. Теперь куда мне? Иди ты в жопу. Ничего не видно. Могу и буду. Нашли. Нехороши. Бежим. Я смотрю, психоделика у тебя. Делио и ведьмы готовят нечто ужасное, то, что станет угрозой для всех жителей Импи. Проникните в руины особняка Плигмы и становите. Это уже читали. You have many talents, Dowd, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. Now you understand what you were doing all along. Emily's fate hangs in the balance, but so does yours. And the next few moments may be the last choices you make in your life. Я уже все предпринял. When I delight in seeing lives end and chaos spread, but the path you've taken here honors your skills. I give my mark sparingly, Dowd. I've seen it used for power, for love, for money, for strange obsessions that drove the wearer mad, but very, very rarely. For redemption. Не, не гляньте.
Убьем ее. Прыжок веры. The void. Time to see what you've really got, Delilah. И чё, я тебе сейчас эту руку в жопу засуну? Всё, второй Dishonored нет, я её убил. А где её фамилия? Значит, высокий, очень высокий должен быть. Все взаимосвязано с Далилой Вагончиной. Сделали выбор, а дальше будь что будет. No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider, who watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Cirkonos to Dunwall as a boy, made my living as a killer, one of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress, but saved her daughter, who will one day rule the empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. Меня убьют. Мне все было не так, я просто тягаю. I have one more surprise for you. I asked for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. My life is in your hands. Make your choice. You make an eloquent plea for a man with innocent blood on his hands. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How Dowd, the legendary assassin, spent his last days doing whatever it took to save Emily Caldwin, defied the keepers of Coldridge Prison, faced down gang leaders and the terrors of Brightmoor Manor. And with the end coming, you cut a savage swath through Dunwall, blood and terror for the fate of the Empire. A story never to be told. And you leave the ending up to Corvo. That's courage. You make your own choice and accept the price. Смерть.
Все пошло прах. Окей. Правда, я не очень согласен с тем, что это два ДВС надо было разделять. Потому совсем бы сказал, не надо. То есть это как, вы знаете, с Bloodborne'ом, когда Миядзаки такой, типа, а давайте из этих двух делаем одно ДВС, и типа, они такие, окей. Да, здесь же, видимо, нужно было немножко отбить денег еще. Плюс. Или Бесиса захотела немного больше денег. Поэтому они сделали два ДВС, которые взаимосвязаны и в то же время заставили ждать месяца, два, три, когда-то там. Вот плюс в каждом из этих ДВС есть реюз локации. И это неплохо. Потому что они обосновывают это сюжетом и копируют по одной локации, да, они как в Стиксе, когда ты проходишь половину игры и понимаешь, что следующая половина игры это будет мотание по тем же локациям, просто в другую сторону. Вот, а... Правда, я не понимаю, вот, то есть... Сейчас я могу так объяснить. Я пытаюсь найти, как объяснить. А, в сущности, они сделали ДЛС, в котором есть выбор. Ну, потому что оригинальная игра имела выбор. И если бы ее не было, они бы такие, типа, ну что за говно. А в то же время, они как авторы Deus Ex плюют на выбор тем, что выпускают после сиквел, в котором там у Мебели все плохо, вдруг она возвращается, да, то есть... Да, хотя ты, может, ее убил, может быть. Да, и она должна сидеть в картине, и в сущности концовки хорошей говорилось, что у них все хорошо там у Эмили было, она хорошо правила. И так далее, но вдруг у нее все плохо. Да, то есть понимаете, да, то есть у Fallout были такие немного концовки, да. Но следующие игры происходили через 50 лет. 60, может даже 100. Возможно, иногда даже в других локациях. Да, то есть третья вроде в другой локации происходит. Сколько я помню. То есть поэтому ты как-то такой, ну окей, типа. А тут как бы тебе уже сказали, у них все хорошо. Оп, выходит вторая часть, у них все плохо. Все плохо, не учитываются твои выборы, и всем насрать на твои выборы. Как и с Deus Ex. Как и Deus Ex, может. Да, понятно, что невозможно сделать, но хотя Dragon Age смог. Правда, он так вскользь вспоминает это все. Да, тут прям делать злодея вдруг... Тубаву злодей из ДЛС плюс спойлер, который не спойлер, потому что ты говорил еще в начале. Она заявляет права как сестра. Родная сестра. То есть это такой вопрос, почему она не заняла этот трон? Вот как раз вот эти вот в распри. То есть прийти и сказать, я сестра, все. Да, то есть надо прийти просто сказать. Да там Кору сидит такой, типа, да охренел, что ли? Меня озвучивает Курт Рассел. Или как его там зовут уже, который вора озвучивал? Который Гарри Тай озвучивал. Я Курт Рассел, мать ту. Кто захочет за это играть? Вы что, не хотите снова? Вообще, какие щупальца? Вы что, вы хотите? Вы хотите судебных тяжб? Нет, выбирайте Кору. Я крутой войс-актер. Так, ну, не знаю, мне норм, хотя игра опять ставится нечестно поступать с тем, что она почему-то не синхронизирует до мельчайших деталей все в сохранении, и когда ты начинаешь с автора сохранения, у тебя одно, и тебя противники не замечают, когда ты делаешь то же самое действие.
Когда с быстрого сохранения, то противник почему-то такой, оп, типа я тебя вижу. Ты делаешь то же самое. Вот. Это единственный минус. То есть, ну, способностей мало. Ненужные сущности. Медальоны. То есть, кто хочет... Кому нужен минус на плюс? Да, особенно, когда ты играешь на максимальной сложности, типа... тебя умаются болты, ну, ну и что? То есть... То есть, не созданы прям имба-имба, да? То есть, но и не созданы что-то интересное, хорошее. В плане этих... способности у него за химию. Не до Корва. Не до Гукарику. Да, хотя он вроде бы легендарный такой убийца, который должен быть прокачан по жопу. Так все хорошо будет. То есть есть куча проходов, есть... То есть главное это новые локации, которых... Наверное, 4. И ты бегаешь по ним, да, кстати, третья. Ой, кажется, она большая. Вот этот вот городок, да, то есть третий, где проходит второй акт у второго Деос. Она большая, бегать по нему довольно приятно, можно к такому бы зайти. Ты сдох, уйди. Вот. И все, как бы. Что я забыл? Может там в катакомбы зайти, это обследовать, это все. Правда, для финального уровня я бы не советовал делать прокачку там и. Как их называют? Амулет. Вот этого я бы не хотел. То есть хотелось бы просто идти, месить или идти, стелсить уже. То есть как бы финальный уровень должен подразумевать, типа, вот ты во все оружие должен пройти, и мы должны. Сложности я нагнать. Да, не то, что ты опять иди, как бы собирай все это. То есть, это и искусственное в сущности, да? Потому что, ну, напарник тебе не нужен, он умирает за секунды. А притяжение, ну, окей. Ведьмы, правда, гранаты не очень кидают. Так что это тебе тоже не поможет. И вообще, я не знаю, может, можно подкрасться и убить ее как-нибудь налегке? Ну, я вроде подкрался, она меня не заметила, но... Начался бой, что я... Как по мне... Является... Ну, ну давайте попробуем еще что-нибудь, как-нибудь ее убить. Time to see what you really got, Delilah. Что это, блин? Зачем? On second? Кажется, только бой. Либо бой, либо ничего. Да, это тоже минус, как по мне. А, ну да, можно стелсом. Да, это ну, как-то минус, что стелсом ее нельзя убить. А так нормально. Выборы, сюжет и так далее. Плюс больше лор. Ну вот, мне кажется, моделька Корва, она не очень.
Здесь на артах она выглядит куда лучше. А, так хотелось бы попрощаться с вами и сказать, что вы можете заказывать прохождение. Напишите в комментарии, какой круг вы хотите, чтобы увидеть, чтобы я прошел. И оно, возможно, появится. Через какое-то время, точно. Пока что до свидания и увидимся в следующих прохождениях.